Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч четвертого тура группового раунда Лиги Наций между сборными Северной Македонии и Гибралтара, который состоится 12 июня. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. В матче предыдущего тура Северная Македония дома проиграла Грузии со счетом 0-3. Гости внимательно и надежно сыграли в обороне и использовали свои шансы, которые предоставил соперник. Гибралтар сумел отыграться в матче против Болгарии, забив гол с пенальти во втором тайме. Давайте посмотрим на статистику очных матчей этих команд. Сейчас Гибралтар занимает 203-ю строчку в рейтинге FIFA, Северная Македония 62-ю. Соперники встречались три раза. Все три матча выиграла Северная Македония с сухим счетом. Северная Македония выиграла только одну домашнюю игру из последних шести матчей. 10 из последних 13 матчей у Северной Македонии были нулевыми. Гибралтар в последних двух матчах не пропускал более двух голов и в матче с Болгарией сумел забить и не проиграть. Это был первый гол Гибралтара в последних пяти матчах. В матче первого круга Северная Македония выиграла у Гибралтара 2-0. Котировки на победителя матча. На победу хозяев дают коэффициент 1.05, на победу гостей 38. Но тут, наверное, можно ставить на Северную Македонию с форой минус 2.5, коэффициент 1.61. Тотал голов. Скорее всего, Гибралтар в этом матче не забьет. Северная Македония должна забить примерно 3 мяча плюс-минус гол туда-сюда. Наверное, вариант с тотал больше 2.5 в этом матче выглядит очень перспективно, коэффициент 1.30. Северная Македония после неудачной игры против Грузии должна забивать гостям трешечку как минимум. Обе команды забьют, да нет. Гибралтар забивал в предыдущем матче, так сразу даже и не припомнишь, когда Гибралтар забивал в двух матчах подряд. Поэтому здесь должна быть сухая победа Северной Македонии, которая достаточно надежна в обороне, но против Грузии команда сыграла очень неудачно. Подводим итог. Ожидаемый вариант обе забьют, нет, коэффициент 1.38. Оптимальный вариант победа хозяев с форой минус 2.5 гола, коэффициент 1.61. Но доходный вариант точный счет 4-0, коэффициент 4.10. Северная Македония дважды обыграла Гибралтар на выезде по 2-0. Дома была победа 4-0. Вот теперь, чтобы сохранить симметрию во втором домашнем мощном матче, логично ждать такого же результата, то есть победы 4-0. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.